Что произошло? Вы въехали в офис. В офисе нет оформления. Ой, беда, беда. Огорчение. Беда. Вы при этом занимаетесь дизайном. Школа веб-дизайна. Мы занимаемся росписью стен. Вы VDI, мы так надо союз. Вот, меня зовут Ваня. Это Лёша, А13. С нами Дима, директор VDI. Дима пригласил нас, чтобы вообще поменять это помещение. Пробовал своими силами. Честно сознался, что сил не хватит на все. Когда попробовал, понял, что это долго и тяжело всю концепцию переварить это. Я думаю, что мы поможем им с концепцией. Посмотрим на их фир-стиль. Они дизайнеры, шарят в цветах, в дизайне, в стайлухе. Вот, добавим туда немного нашего художественного видения. И потом совместно разрисуем это все. Там очень много подводных камней. И постараемся сделать так, чтобы любой, кто посмотрит видос или этот влог, или что там будет, чтобы смог сам сделать так же. Или еще круче. WDI. Вот. Так, короче, вот это коридор. Мы сделали только полы, когда заехали, и решили не делать обои. Двери мы тоже не меняли, они как были, тут так и остались, мы их вынесем отсюда. Вот, и я такой решил содрать обои, вот, посмотреть вообще, что будет. Потому что это прикольная идея, потому что я подумал, что можно рисовать на стенах. Я начал это делать. Ну, конечно же, меня там все не хватило, потому что я же не художник. Вот, я больше предприниматель. И поэтому я вот нашел Ваню. Да. Ваня нашел Алексея. Ребята, если так надо, это граффити-бюро. Короче, что есть? Есть вот такая вот большая комната. Здесь мы, получается, работаем. Раз, два, три, четыре. Четыре человека пока пятый будет. Это перегородка. Картоновая. Здесь тоже ни хрена нет по обоям. Тоже трубы такие еще с адепские и батареи. Я не знаю, что с ними делать, может так и стоять. Потолки пока не трогаем, они меня пока бесят. Вот. Есть у нас еще вебинарная. Вебинарная кухня. Это Катя. Это Катя. В общем, нафигачили как могли шумоизоляцию. И вот тут пока я провожу вебинары, не только я. Здесь надо тоже что-то думать. Здесь должна быть какая-то перегородка, наверное, вот здесь, чтобы отделить эти две зоны. Обои клеить не вариант, мы же креативные. Хочется классное, рабочее, креативное пространство в нашей стилистике. Мне важно, чтобы первое, сотрудники здесь себя чувствовали комфортно. Чтобы работать хотелось. Да. Чтобы у нас это место было таким, куда интересно прийти, если мы приглашаем кого-то гостей на встречу. Mm-hmm. Вот. А еще мы это место можем использовать для трансляций. Mm-hmm. И любая трансляция, мне кажется, с любой точки, если ее пройдешь, она будет кайфовая, потому что будет классный зал. Вот как она нарисовала. Мы хоть и художники, но понимаем, что картинками просто так отделаться не получится. Есть помещение, и мы его хотим комплексно разрисовать. Пол остается, потолок пока что остается. Но в любом случае стены будут настолько влиять на вас, что в любой зоне, там кухня, коридор, вот в этой зоне, настолько будет влиять, что нужно понимать, сколько там человек находится, что он хочет ощущать и какой функционал будет нести эта стена. Вроде бы картинки картинками, должно быть все красиво, приятно, но, например, психологическое воздействие на человека – это тоже функционал. Там вот стенка, которая видна со входа, она ознакомительная. Там стенка, на которую человек долго смотрит, она должна быть там какая-то не угнетающая его, как минимум. Вот, потому что мы можем выкрасить все там в какой-нибудь синий, который у вас есть, дикий, и просто через месяц у вас там будет пригорать люди, надо будет менять. Поэтому, чтобы ни у кого там шторки не сложились, мы должны продумать все моменты. Mm-hmm. Что я вижу? Что есть входная зона. Во-первых, она не очень удобная, не гостеприимная. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите! Такой, открываешь ту дверь, и к тебе вот эта дверь. Да. Да, вот, да. Первое, что нужно сделать, это эту дверь вообще вынести нафиг. Прям
решаем оставить проем открытый. Это кухня, там, да, от кого закрываться, собственно, да. Лишняя дверь, ее убрать. Эти двери, ты сказал, сам заменишь. Это гардероб, кстати. Да, в гардероб, кстати, да, тоже дверь не сильно у нас нужно. Тут вообще же ничего нет. В плане ни мебели, никакого. У нас нету даже крючков для одежды, типа. Собственно, какой-то бытовой уют нужно сделать. Убрать мешающие преграды, создать вот здесь какое-то оформление. И я вот прям вижу, что вот там вот под кондиционером нужно создать какой-то прям ваш визуал, ваш лайбак, чтобы прям было понятно. Потому что отсюда чел заходит и он смотрит. Да, да. Чтобы человек, например, кто открыл дверь, понял, ага, это VD-item. Или просто зашел, его прям уже сразу же первые, знаете, первые впечатления встречают по одежке. Ну, да. То есть до того, как человек зашел, чтобы он, раздеваясь, уже прям хотел зайти сюда. Вот. Чтобы он хотел раздеться. Да. Приятель, ты меня убиваешь. У меня тут кое-что намечается. Что у тебя здесь намечается? Я пришел записаться на курс веб-дизайна. На кухне и вот этой зоне ты говорил, что вы хотите в этой комнате сделать два пространства. Ну то да, есть... как-то отгородить, я только пока не понял. Ну, мы обсуждали такую вещь, что здесь может быть стекло, ну или как-то еще. Я так понимаю, что здесь будут темные тона, потому что эта шумка, она вся темная. А здесь комната маленькая, и... Когда ешь, хочется все равно не в каморке какой-то кушать, не хотелось сбежать. Мне кажется, было круто ее расширить. То есть, соответственно, это светлые цвета. Возможно, зеркало или там кривое зеркало, или зеркальная мелкая плитка, которая расширяет пространство. А здесь, возможно, какой-нибудь вид, холст с видом каким-нибудь. То есть, чтобы человек там с любой стороны ощущал себя более... в обширном пространстве, чтобы не чувствовал себя отдавленным в этих стенах. Все визуальные приемы, короче, применим, чтобы она смотрела здоровой, вот прям, царской. Смотри, можно просто сделать пополам, разбить, да, как бы часть будет, да, она темная, действительно, она, это будет выполняться зонирование, то есть, да, здесь кухня, да, здесь, да, бинарная, да, как раз если стекло там какое-то появится, да, закроет. Ну, тут не стекло, тут нужно что-то... типа деревях и шумка, да. Стекло, оно очень отражает, реверб дает жестокую. Красиво, но не функционально. Да, короче, нам нужно красоту с функционалом совместить. Ну вот. И мы, в общем, решили все это снять и вам показать. Мы решили не заморачиваться всей этой горой техники, которую можно там применить, настроить и так далее. Да, у нас будет монтаж, но типа не надо нас критиковать за то, что мы вот так вот все снимаем. Еще мы тут подумали, что в крутом офисе современном обязательно нужна какая-то интерактивная стена. И это, скорее всего, будет вот эта стена. Есть такие краски, которые прям красишь стену, и она становится магнитной. Вот. И есть даже такая технология, когда красишь. Есть магнитная стена. Да. Красишь стену магнитную, она становится магнитной. А потом сверху маркерный, она становится маркерной. Скорее всего, так и сделаем. Нет, кажется, не сдаст задние. А, какие этапы нас ждут? Что мы сейчас обсудим, что есть у вас, обсудим, что есть у нас по стилю. Придумаем эскизы, какие-то визуалы, потом по этим визуалам закупим там по списку оклеивающие материалы. Лайфхак от дизайнеров интерьера. Если у вас ограничен бюджет, сделайте охеренные полы, а на стену можете просто поклеить газету. Ну или ничего не делать с ним, будет нормально, более-менее. Слушай, мое мнение наоборот. Можно покрасить стены, а на пол забить. Стены мне лично ближе. И к глазам я их разглядываю ближе, я к ним трогаю, прикасаюсь. Чаще, чем на пол смотрю. Просто со стенами можно что-то сделать. Всегда. А пол заставил мебель, и все, да. Thank you.